Спасибо. Мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе, Иисус. Мы молимся прямо сейчас, пусть Твое Царство наполнит это место. Пусть атмосфера Твоего Царства, оно наполнит это место. Мы очень жаждем ощущать и прикасаться к Тебе сегодня. Мы знаем, что Ты находишься здесь. Мы знаем, что здесь находятся Твои ангелы сейчас. Потому что мы собираемся в Твое имя, и мы знаем, что возле этого находишься Ты, вокруг нас, среди нас находишься Ты. Спасибо Тебе за то, что Ты так близко. Спасибо Тебе, что Ты так близко. Спасибо Тебе, что Ты так близко, Иисус. Пусть Тебя будет больше, пусть Тебя будет больше. Мы молимся о том, чтобы прямо сейчас начали происходить чудеса в жизнях людей, в телах людей. Прямо сейчас пусть это происходит во имя Иисуса. Действуй, Дух Святой, действуй, действуй, действуй сейчас, действуй сейчас. Спасибо, спасибо, спасибо. Давайте еще буквально 30 секунд мы помолимся и попросим в Духе, и попросим, чтобы Святой Дух наполнял это место, чтобы Он наполнял всех, кто находится сейчас здесь. Дух Святой, действуй. Нам нужен Ты. Больше. Прямо сейчас я чувствую, что Бог хочет давать видение. Просто закройте ваши глаза и задавайте ему вопрос, или просто послушайте. Я чувствую, что прямо сейчас Бог будет давать тебе видение. Прямо сейчас Он хочет показывать тебе будущее. Прямо сейчас пророческий дух действует на этом месте. Я могу чувствовать это прямо сейчас. Побудь в этом, побудь в этом, побудь в этом сейчас. Thank you.
Иисус. Спасибо за Твою славу здесь. Спасибо за Твою славу здесь. Больше прямо сейчас. Пусть Твой Дух движется здесь, Отец. Больше Твоей славы прямо сейчас. Больше Твоей славы прямо сейчас. Высвободи, 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 высвободи. Во имя Иисуса. Все люди, которые прямо сейчас в своем теле носят немощь, я хочу молиться за вас прямо сейчас. Если вы чувствуете, что вы больны или у вас есть какое-то недомогание, прямо сейчас я хочу молиться за вас. Дух Святой действует здесь. И прямо сейчас во имя Иисуса пусть всякая немощь убирается прочь из твоего тела во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас всякое недомогание, все, что было не от Господа в твоем теле, прямо сейчас прочь, прочь во имя Иисуса. Прочь прямо сейчас в могущественное имя Иисуса Христа. Убирайся прочь. Я чувствую, что сейчас просто Бог что-то делает, какая-то такая волна по залу, и поэтому давайте еще чуть-чуть просто наполнитесь Святым Духом, наполнитесь Святым Духом, наполнитесь. Давайте вот что сделаем, повернитесь к тому, кто рядом с вами сейчас, и просто спросите, могу ли я возложить на тебя свою руку, и скажи тому, кто рядом с тобой, наполнись Святым Духом. Наполнись Духом Святым. Я чувствую, как волна Божья сейчас движется по залу. Бог хочет, чтобы ты раскрепостился ради Него сейчас. Чтобы ты открылся для Него сейчас. Потому что Он хочет войти в свои силы, в твою жизнь, в твой дух. И действовать там, действовать там. Я также слышал: призовите жизнь. Потому что здесь есть царь жизни. Если есть какая-то болезнь, например, рак или бесплодие, или какое-то разрушение в твоих суставах, прямо сейчас призывай жизнь. Прямо говори: я призываю жизнь. Бери веру это, притягивай, говори: я призываю жизнь. Призываю жизнь на мои суставы. Что у тебя повреждено? Призывай туда жизнь. Призываю жизнь. Призываю жизнь в мою кровь. Призываю жизнь в мою утробу, или что там у вас, где проблема, призывайте. Во имя Иисуса я высвобождаю жизнь. Жизнь пусть войдет туда, где есть смерть. Жизнь пусть войдет туда, где есть разрушение. Я высвобождаю жизнь во имя Иисуса Христа. Там, где всякий рак, пусть он засохнет. Жизнь. Там, где бесплодие, где проблемы с вынашиванием, с рождением детей. Жизнь во имя Иисуса. Жизнь Иисуса Христа, жизнь воскресения, пусть проявится во имя Иисуса. Вы не должны ничего чувствовать, вы должны просто верой втянуть это в себя, как магнит. Просто возьмите это, жизнь во имя Иисуса. Я молюсь прямо сейчас о тех, кто нас смотрит, и вас это также касается. Возложите руку на ту часть тела, где у вас есть какая-то болезнь. И все, кто здесь, возложите также руку на ту часть тела, где у вас есть какая-то немощь и болезнь. Это действие веры. И я призову, чтобы жизнь и исцеление Иисуса Христа, они вошли в ваше тело и разрушили эту болезнь, разрушили эту немощь. Потому что слово Иисуса, вот что оно делает. Даже мертвый Лазарь мог встать. Даже тело Лазаря, которое начало разрушаться, оно могло быть восстановлено. Потому что Иисус сказал просто слово. Я говорю прямо сейчас во имя Иисуса. Каждой болезни. Прекратись! Остановись во имя Иисуса. Я запрещаю всякому параличу. Запрещаю тем органам, которые сейчас
просто под какой-то демонической атакой. Я запрещаю подчиняться, говорю, тело подчиняется Иисусу, тело подчиняется Богу, тело — храм Святого Духа. Во имя Иисуса я отрезаю всякую работу дьявола от твоего тела. Я разрушаю всякую работу дьявола над твоим телом. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, пусть будет разорвана эта связь. Пусть будет разрушена эта связь с этими демоническими силами. Во имя Иисуса прими исцеление, примите исцеление. Во имя Иисуса примите свободу. Во имя Иисуса, давайте скажем вместе, во имя Иисуса, пусть будет разорвана всякая связь моего тела со всем, что меня может разрушать. Давайте скажем, разрушаю всякую связь моего тела со всем, что меня разрушает. Разрушаю связь моего тела со всем, что меня разрушает. И с духовным, и с физическим. Все, что меня разрушает, пусть будет разорвана эта связь. Во имя Иисуса. Давайте скажем, я отсоединяю себя от всякой силы, которая разрушает меня. Я отсоединяю себя во имя Иисуса от всякого зла, от всякой работы дьявола. Во имя Иисуса Христа. И еще, пожалуйста, возложите свои руки на людей и скажите, Господь, это твои руки. Используй их сейчас для исцеления. Дотроньтесь, это безопасное место, не бойтесь. Возложите на кого-то руку и с полной верой объявите. Исцеление приходит прямо сейчас. Сила приходит прямо сейчас. Восстановление приходит прямо сейчас. Пусть силы возвратятся в твое тело. Пусть крепость возвратится в твое тело. Пусть любая немощь отступит. Пусть любое нарушение отступит. Пусть будут удалены во имя Иисуса из твоего тела все вещи, которые разрушают тебя. Во имя Иисуса объявляю полное восстановление для твоего тела. Чем бы ты ни был болен, слабость, немощь, любое нарушение, старость, во имя Иисуса пусть все это будет остановлено. И пусть сила воскресения восстановит тебя, чтобы ты был или была без порока недостатка. И давайте провозгласим в заключении. Я объявляю тебя по слову Господа полностью здоровым человеком. Я объявляю тебя по слову Господа полностью свободным человеком. Я объявляю, что жизнь Иисуса Христа сейчас действует в тебе. Сила воскресения действует в тебе. Я объявляю, что ты собственность Бога. Ты храм Святого Духа. И никакое зло не может тебя разрушить. Аминь. Если вы верите в это, скажите аминь. Принимайте, соглашайтесь, будьте здоровы. Спасибо, Иисус.